Меня зовут Веревкин Александр, я из города Краснодара, частно практикующий зубной техник, врач-стоматолог-ортопед. Моя профессиональная карьера составляет порядка 14 лет работы зубным техником. И, как и все техники, начинал свою карьеру в поисках того, что на каких материалах работать, с каким оборудованием работать. И судьба распорядилась таким образом, что мне на встрече повстречалась фирма Бега. И для меня она очень важна, потому что помимо выпуска материалов и оборудования, фирма Бега предоставляет еще и обучение на всех компонентах, которые они выпускают. И обучение проходит не на просто рекламном уровне, а на уровне преподавания мастер-техника в Германии. Для себя со временем я решил, что нужно изготавливать самостоятельное литье, изготавливать прессованную керамику и другие виды работ. И чем меньше этапов будет уходить в другие лаборатории или центры, тем, соответственно, большее качество я могу выдать на выходе. Поэтому для литья моя паковочная масса, любимец, можно сказать, которую я использую, это Беловесты Саш. Я также ее использую для прессования конструкции из несиликата лития. Очень универсальный материал, который позволяет полностью проконтролировать все этапы, получить прогнозируемый результат. И качество остается на очень достойном уровне. Никогда не получается каких-то непредсказуемых моментов, если ты, конечно, сам не впорол косяка. Я очень советую молодым техникам, начинающим, которые делают только первые шаги, стараться придерживаться и общаться со своими старшими товарищами, профессионалами, которые их окружают, чтобы смотреть, с чем работают эти специалисты, как они работают, на каком оборудовании работают, потому что, попадая в эти жернова, самостоятельно выплыть невозможно. Нужно, чтобы было братское плечо, на которое либо ты оперся, либо которое будет всегда давать какую-то поддержку. И зубные техники между собой, они не конкуренты. Они должны подсказывать друг другу, помогать. Среди нас не может быть конкурентов, потому что у каждого свое направление, свой почерк, свой круг клиентов, то есть стоматологов, которые заказывают работу. Я хочу всем пожелать удачи, выбрать правильное направление, которое принесет не только материальные какие-то эмоции, но и доставит удовольствие во время изготовления каких-то конструкций. А если вы будете работать с хорошими материалами, хорошим оборудованием, то эти эмоции вы получите и получите хороший заработок.